Привет, дети ночи, вы на канале Vampire Vlog, и сегодня у нас с тобой будет Велиос Квот, ты скажешь, ничего себе, да, и причем мы посмотрим с тобой очень такие интересные треки, как я нашла у себя в далеких, в далеком списке, в треке «Расхлёб», только там матюки, ты додумай за меня. Да, у нас мы с тобой новиночки немножечко растрясли, поэтому будем возвращаться к своим темным корням, да? Сегодня посмотрим текст песни Purple Blood 3 и Nothing Kings, да? Мы послушаем музыку, атмосферу, да, вот флоу-подачу и, может быть, посмотрим текст, но это наша не главная цель. Наша главная цель – это настроиться на чистоту вот этих вот треков. Окей, ну что, поехали, первая песня Purple Blood 3. Hold on to grab toes. I'm sipping on codeine. I feel like I overdose. I shoot up like morphine. Hold on, I got morphine. Pull up in that dope lean. Hold on to grab toes. I'm sipping on codeine. I feel like I overdose. I shoot up like morphine. Hold on, I got morphine. Трудовый гиень, позади нас горящие кель. Цепь саранчи в подземелье, боги войны гремят древние звенья. Слышу хруст, кровь, я спущусь, преиспаню. Исчадие ада, кто их повелитель? Теряю сознание в кровавом ошпите. Purple blood, пью в double cup. Пущу себе пулю в мозг, я чувствую овердоуз. Без кричат сик-сик. Моя смерть ко мне все ближе. Читаю манускрипты, сука, сердце тише. Трипл секс гадс, ваши боги нас не слышат. Но дьявол мне сказал, что я увижу со Всевышним. Хорошо. Ра. Тему. В мраморном зале фонтан. Кровь и сироп прямо по трубам. От красного зелья в хлам. Сука знает, что я буду грубым. Сол, коин, не рубль. Курс всегда вверх. Топим души в бокале под дьявольский смех. Я устал от утех, я жду новый глоток. Purple blood распустил в сердце черный цветок. Моя маска, тоня в сиропе. Я как ноль, бегу от потопа. Спив мой последний ковчег. Возжигай один против всех. Забираю с тобой. Хорошо, да, то есть, как бы, знаешь, вот этот сэмпловый вокал, это feel like an overdose, да, overdose — это передоз, да, и тут он повторяет вот эту же тему. Я чувствую overdose, да, то есть уже перевел, но не до конца. Да, то есть, как бы, вот припевчик, я думаю, это припевчик, он прям вот прочитывал, прям вот хорошо так все воспринимается, да, вот это создается все хорошо за счет вот этих сэмплов, да, на фоне, которые ту-ту-ту-ту-ту, да, они были быстрые, точнее, они быстрые, они какие-то очень звонкие, да, они, в принципе, звонкие звуки, да, создают такую атмосферу тревоги, да, какой-то прям навязчивый, очень гнетущий, очень какой-то пугающий, да, неизвестности. И, в принципе, вот такой певческий флоу, я бы сказала, здесь есть, да, и слова, они прям вот за душу хватают, да, как будто бы вот эти вот, знаешь, как сэмпл помогает раскрыть твое сознание, а вокал тебе как бы это все рассказывает, и ты все воспринимаешь даже больше, чем если бы была другая музыка. Окей, давай посмотрим Nothing Kings, да, пока текст посмотрим, если нужно, будем ли мы смотреть текста, но в любом случае.
Северные короли. А Purple Blood — это фиолетовая кровь. Тут какой-то траурный такой момент. Даже не траурный, мрачный какой-то прям. Загробный. Бой на луну, орды вурдалаков за моей спиной. Знай, не усну, пока холод будет править мной. Скрежет струн, я во льдах и не чую боль. Скину к утру, мой градус на отметке ноль. Черти круг, почини злу. Мой black metal true. Знаю, я живой труп, и не верну те души, их предам огню. Если на гравюрах перелистываю Библию, пекло все границы, не придерживаю стиля. Young Wicker нас набили, моя шестая миля. Убираю всех уёбка, зомби сламят на могиле. Готик, very much. Я такое люблю. Заблудшие души летели на север, затмили светило. Я в это не верил, я снова в Норсфейсе лечу на ветрах. Коксовые не на снежных цветах. Снег из пепла прямо в пекло. Солнце блекло незаметно. Тьма сгущалась в глазах. Ярость Марс и Кингс не знают жалости. Стыдит на градус ниже нуля. Скован сном и ножи и петля. Это такой скримачок, привет, да? Вольнах скотопламя умерших людей. Морозный цунами бескрайних морей. Огни севера в бонге взрывают нам бронхи. Сладким дурманом дробя нас. Кастл, верь, метал, кинс. Блэк и бит, адский микс. В шлепе, блэк, метал, кинс. В шлепе, блэк, метал, кинс. Газу, верь, метал, кинс. Блэк и бит, поддача. Микс. В шлепе, блэк, метал. Да, энергия, мощь. Вот это Black. Я бы не сказала, что он знакомый, но я даю тебе слово, это какой-нибудь Immortal. Вот прям вот... Знаешь почему? Вот я тебе даю слово, потому что... А, хотя я могу быть не права, потому что у группы Immortal есть песня и клип под названием что-то там Ice Twins, True Ground. Что-то там слово есть Ice и клип там... снятый как раз на ледниках. То есть он такой, по-моему, он цветной, но выглядит похоже на черно-белый, но они там играют вообще на гитаре, вот в своих вот этих боевых раскрасах, таких натуральных, реальных, блэкерских, на ледниках. Вот, и вот Северные короли, конечно же, игра вот этой блэкорщины. Но я помню песню, которую я тебе рассказываю, вот эти Nothing, Ice, что-то там Winds, Ice Twins. И это не та, это абсолютно не та, но в любом случае, да. Холод, да, вот ты, да, Nothing — это холодный северный король, да. Холод, он по сути вот такой вот хорошо подходит под вот эту вот мелодию, да. Да, вот он такой очень тонкий, очень какой-то, знаешь, как ледышка какой-то, прям вот бьет в одну точку, и очень резкий звук, да, он еще повторяется, эхо там накинуто, да, создается такое впечатление, что вот в принципе... Когда ты внутри ледяной пещеры, да, то есть от нее все равно эхо отлетает, да, то есть как будто вот вокруг тебя такие льды, лед какой-то. А лед, в принципе, как образ можно сравнить с каким-то равнодушием, бесчувственностью, безжалостностью, да, готовностью, вот как ледяной человек, готовый вот принести любой вред, любую жестокость без какой-либо эмоции человечности, да. Очень интересный текст. Так что вот так, давай... Да, ладно, ладно, давай посмотрим Nothing Kings, может быть там нам в Genius'е подскажут, что это за была хард-рок вставка в конце. Возможно. Да, и мы только его посмотрим, потому что все-таки сегодня я хочу больше, знаешь, по музыке насладиться, да, подача, да, ты тоже слышал, там в обеих песнях был такой скримачок, да, я бы сказала, блэкерский скримачок, нет белых вкладышек вообще. Ни капли, да? Ну, давай посмотрим. Куплет. Хук. Козу вверх. Metal Kings. Black и Beat. Адский микс. Ну, Black — это Black Metal, да? В склепе Black Metal Kings. Да. В склепе Black Metal Kings. Да. Короче, да. Такой истинный, искренний такой настоящий Black. Из синглов 2018 года. Отлично. И Purple Blood тоже. Видишь, как удачно. Сейчас тыкну.
Опачки, а тут серые вкладыши есть, давай мы их, давай только мы их откроем и все, и больше не будет. Мшусь на трехглавой гиене. Цербер, окей. Позади нас горящие кельи. Жилище монаха обычно отдельно комната. Ну да, короче, они все... Так как Блэк это, в принципе, антихристианство, то вся фишка... Знаешь, даже одна блэкерская группа Бурзум называлась, она жгла церкви в настоящем реале, да? И, конечно же, например... Ну, такая фишка сжечь церкви, да, идти против такого антихристианства не у каждой блэк-метал-группы, нет, да. Есть, например, другая метал-группа, она вот, например, говорит, что наоборот, церкви это как историческое достояние, зачем их сжечь, да, строили там архитектуры, все-таки флаг, вклад в культуру и тут на тебе, да. Царь саранчи подземелья. Ну, Абаддон, один из самых темных и древних слуг дьявола. Прикольно, да, то есть, знаешь, как по... Очень интересно то, что можно много всего, много отсылок найти, да, то есть как бы они когда все-таки пишутся текста, они вот, ну, тогда, да, сейчас все-таки мы с тобой немножко замечаем изменения, да, новые в текстах, но тогда, да, вся тематика строилась прям вот, стояла строго, жестко на, в принципе, всей демонологии, да, можно было найти разные, узнать фишки, названия, имена демонов, да, их какие-то общие образы, да, потому что есть сравнения в текстах, есть, в принципе, описание кое-каких ритуальчиков, да. Soulcoin не рубль, курс всегда вверх. Soulcoin это валюта верил, в которой измеряется в душах. Ну да, как биткоин, Soulcoin. Интересно. Я как ной бегу от потопа, слив как последний ковчег. Да, то есть как, тут какая-то тематика и христианство, причем христиан, вот такое антихристианство больше, да, ты замечаешь. Спасителями человечества. А, он избежал смертного потопа, потом спас их, уместив... Да-да, мы это в курсе. Я как ной бегу от потопа, сплив мой последний ковчег. Ну, сплив это, наверное... Тут тоже тематика, которая, ну, которая никогда не устаревает. Причем эта песня он пел, что я чувствую overdose, по венам как морфин, смешаю как профи, лин. Классика и новые школы хип-хопа, да, про наркоту это побольше, да. Интересный расклад, будем смотреть еще. Если про нас смотрели, то ставь лайк, подписывайся на канал, Инстаграм, ВКонтакте, проверяй Бентли, мое личное творчество, пиши в комментариях, какая песня тебе нравится больше, да, какие песни еще более жесткие для тебя и какие ты знаешь из них. И до новых встреч, пока-пока.